Привет всем подписчикам и всех, кто попали на мой канал и смотрит это видео. Значит, как известно, в телефончик вставляются вот такие карточки. Обычная стандартная карта и мини-карточка. Ну, я сейчас буду делать вот с этой стандартной карточки вот такую вот мини. Для этого у меня есть вот такой вот шаблончик. Они иногда продаются с картами. И этот шаблончик вот вставляю четко так же, как и была эта карта. Беру иголочку, обычную иглу, и обводим кругом по шаблону. Ну, получилось что-то вот типа вот такого. Так, теперь мы это все дело возьмем вот такие вот большие ножницы. Это все дело сейчас надо будет попробовать отрезать. Но сначала возьмите, потренируйтесь резать, как ножницы режут на какой-то обычной пластилковой карточке. Видите, как бы у меня режет отлично. Я уже не раз отрезал эти карточки. И все у меня получалось. Но предварительно, значит, некоторые операторы, допустим, это у меня одного оператора, это у меня другого карточка оператора. Некоторые операторы, если вы испортите карту, потом требуют, чтобы вы назвали пополнение счета последнего, ну, последний раз пополнение, насколько денег пополняли. И чтобы вы назвали какие-то номера, которые вы звонили, тоже в последнее время, там вчера, сегодня. То есть лучше запишите эти номера, чтобы потом, если вдруг карточка испортится, чтобы ее можно было восстановить. Ну что, начнем. Одним резким движением. Готово. Здесь готово. Ну вот получилось вот такое. И здесь мы еще срежем уголок. Получилось у нас мини-карточка. Теперь посмотрим, подойдет ли она. Вот у меня есть еще один такой шаблончик. Вот. Все четко подходит. А с другой стороны, если видите, сейчас покажем. Вот с этой стороны. А с другой стороны точно так же этот чип, который с контактами, тоже нигде не поврежден, все нормально. Ну, то, что где-то там чуть-чуть как бы кривовато, это не столь важно, потому что вот эти контакты, они такие на где-то на 2-3 миллиметра, все равно где-то контакт здесь заходит. То есть карточка, если будет там полмиллиметра вправо-влево, все равно она будет приниматься. Все, пойдем ставить в телефон и проверять на работоспособность. Если вдруг еще, ну, вам потом придется эту маленькую карточку переставить в место для большой карточки, то вот такие штучки можно зайти в магазин мобильной сети, просто даже попросить, вам это дадут. Вот. Если же после обрезки у вас эта карточка сюда не становится, вот она у меня здесь как бы чуть-чуть не влазит, можно взять какой-то надфилек или там брусок или кусочек наждачки и просто эту карточку вот так вот потереть об наждачку чуть-чуть, и оно будет вам влазить. Все на сегодня. Спасибо всем за просмотр. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Кто хочет дальше смотреть, подписывайтесь на канал и ожидайте новых видео. До новых встреч!